Tec. Держусь. 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 Так. Три полосочки. Три полосочки. Это где? Получается тогда. Нет, не здесь. Ну-ка. Тихо-тихо, стой. Это я тебя знаю, ты прям как бухой. Так. Может быть, где-то здесь? Я непонятно. А, да, точно же, ну. Ой-ой-ой, вот к этим штукам лучше не надо. Так. Значит, вот ты здесь. Нет, 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 нет. Стоять. Ну, и как же у тебя тут кристалл тут взять? Хотя у меня и есть идея. Так. Сейчас он встанет обратно. Интересно, что сейчас бот делает на картах? Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Понятно. Ай, перелет, перелет. А, значит, они теперь вот так вот будут двигаться. Понятно. Так, сейчас попробую тогда вот. Так, забираемся быстренько, быстренько. Так, забрались. Так. Есть. Есть. Я его взял. А, класс. А, просто класс. Ой-ой-ой. Так, и он где-то тут видит еще один кристалл. Да, и где же ты, кристалл? Так, и вот цветочек ромашут я бы с собой взял, потому что мне без него никак.
Значит, они где-то здесь. Где же ты? Что-то я его не вижу. Он где-то здесь поблизости, но чё-то я его и не вижу. Вообще. Это и правда мне напоминает игру «Горячо-холодно», потому что... Что это как-то... Вообще на ощупь вслепую искать эти кристаллы, когда он тебе показывает, что вот-вот у тебя под носом этот кристалл, а ты его просто не видишь. Ну-ка. Может быть, здесь где-то. Угу. Река горная. Так, ладно, погнали по стеночке. Где же ты можешь быть? А хотя я вот на вот этом вот островке не был маленьком. А, возможно, есть что-то и там. О, ну-ка. Я и правда тут не был. Так. Да, ё-моё. Держись. Так. Залетели. Ну-ка, а что если вот так? А, здесь у нас вот что... Так. Бах. Так. Ну-ка. Ну-ка. А, значит... А, вот кристалл один. Опа. Как удачно приземлился, да?
Ой, как же сложно искать кристаллы. Так. Он везде чувствует эти кристаллы. Ну надо же. Так, кажется, я вижу один. Смогу ли я до него долететь? Опа-на. Что это? Это что, бык? Бык! Ребята, это бык, и он смотрит прямо на меня. И более того, он ко мне подходит. Ну-ка. Ой-ой-ой. А, нет. Ребята. О, боже мой. Бык. Ты извини, а я полезу наверх. Боже мой. Там, по-моему, был кристалл. Но помимо кристалла там еще и бык. И как мне достать этот кристалл? Так. Я не думал, что все это дело обвалится. Ну-ка. Так, а где бык? Неужели он совсем свалился? О, целых два. Да. Ну и красотень тут. Да. Так, я думаю, мне стоит все-таки попробовать достать те кристаллы. Мне кажется, вот эта сосулька с кристаллом упадет. Так, мне бы для начала туда допрыгнуть. Есть. Оно не падает, слушайте. Так, я знаю, здесь была еще одна штука, вот она. О, да. Надо до нее как-то долезть. Так, где ты? Кристалл. Я его перелез. Я его перелез. Так, ладно.
Чуть-чуть поближе к тебе. О! Так, теперь надо возвращаться в ту дырку. В ту самую кишку, в которую я... выпал сюда. И где она? Так, ладно. Попробую немножко иначе вступить. Ай-яй-яй. Ладно. Сохраните выйти. Я запомнил, где находится эта местность. Так, продолжить. Там, по-моему, где-то совсем с краю у водопада. Ай-яй, нет, спокойно. Так, отлично. А, это не здесь. Опа, а тут еще какие-то камушки есть. Ну-ка. Опа. Ну-ка. Да. Ой-ой-ой, собираюсь. Ну. Ну, хватайся. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Долезу. Так, стоишь? Ну, стой. Так. Так. Залезаем. Опа, вижу кристалл. По-моему, это тот самый, который мне как раз таки и нужен. Так. Класс. Просто зашибись. Тихо.